визит омбудсменов отслеживает моя коллега Гюльнур Самедова. Она выходит на прямую связь со студией. Гюльнур, здравствуй. Тебе слово. Здравствуйте, студия. Начался визит участников международного Бакинского форума омбудсменов в освобожденной от оккупации территории Азербайджана. В визите принимают участие омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева, а также омбудсмены и руководители национальных правозащитных институтов, комиссары по информации, эксперты по правам человека из Турции, Венгрии, Кыргызстана, Филиппин, Кении, Северной Македонии, Марокко и Молдовы. Цель визита – донести до мирового сообщества информацию о многочисленных преступлениях, таких как геноцид, урбицид, экоцид и культероцид, а также провести наблюдение на месте, включая акдам по факту, касающихся военной агрессии Армении против Азербайджана. На данный момент Агдам является одним из населенных пунктов, который наиболее пострадал от разрушений и больше всего заминирован. Участникам международного форума выпала возможность понаблюдать за процессом разминирования в селе Сараджалы Агдамского района. Сотрудники агентства Азербайджанской республики по разминированию также проинформировали омбудсменов о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. В то же время было доведено до сведения, что за 30-летний период оккупации жертвами мин стали тысячи людей, включая женщин и детей. Сегодня участники Бакинского международного форума, это представители около 50 стран, наши зарубежные коллеги проводят мониторинг на освобожденных территориях. Они ознакомились с процессом разминирования заминированных территорий, процессом использования и привлечения также животных к процессу разминирования. Была с их участием произведена инсценировка. Конечно же, это вызывает очень большой интерес, потому что, как известно, сегодняшняя наша тематика – это климатические изменения, а заминированные территории – это прямое нарушение экологической справедливости. Поэтому, конечно же, участникам форума было очень интересно познакомиться с самим этим процессом. А Азербайджан, к сожалению, занимает одно из ведущих мест по количеству заминированных территорий, по площади заминированных территорий. Сейчас мы находимся в Агдаме, проводим мониторинг совершенных здесь экологических преступлений против нашего культурного наследия. Напомним, что 2 октября более 60 гостей из около 30 стран, включая омбудсменов и представителей национальных правозащитных институтов, высокопоставленных чиновников, лидеров гражданского общества и представителей международных организаций участвовали в международном Бакинском форуме омбудсменов. В форуме принимали участие более 200 экспертов в области изменения климата и прав человека. На форуме обсуждались вызовы, связанные с глобальными изменениями климата и пути их решения с точки зрения прав человека, а также они обменялись положительным опытом в этой области. По итогам работы была принята декларация Международного Бакинского форума омбудсменов, которая направлена на усиление роли омбудсменов и национальных правозащитных институтов в решении экологических проблем и повышении осведомленности в данной сфере. У меня на этом все. Студия. Благодарю, Гюльнур. Моя коллега Гюльнур Самедова выходила на прямую связь со студией из освобожденного от оккупации города Агдама.